Всем привет, друзья, добро пожаловать на канал «Закажу и покажу». С вами, как всегда, Александр, и не зря вы видите сегодня вот эти вот зарядные устройства. Пришла мне, наконец-то, вот к этому тестеру нагрузка. Нагрузка стоила, значит, у нас, ну, будем называть ее так, 72 цента и дошла за 17 дней. Нагрузку, собственно, покупал для того, чтобы тестить, грубо говоря, вот эти вот зарядки всякие. Также, возможно, вроде как бы ими тестируют пауэрбанки. Так, ну вот такая вот нагрузка идет. Лампочка, переключатель 2 ампера, 1 ампер. Ну и, собственно, давайте затестируем. Очень такая какая-то она хлипенькая, конечно. Думал, будет посерьезнее. Но вроде это все запаяно хорошо. Давайте попробуем. Так, значит, вставляем. Так, первый блочок зарядки это у нас от Umi Rem X. Вставляем. Так, ну вот сейчас видите, да, что у нас напряжение просто идет 5 вольт и все. Давайте включаем и даем 1 ампер. И как можете видеть, да, у нас сейчас 0,97 ампера. Ну-ка, 2 ампера даем. Нет, не тянет. Вот выдает на 1 ампере 0,97, 98. Так, следующий. Это, так, зарядка от HomeTom. Вставляем. Вот это уже 0,99 ампер. То есть уже 5 вольт стабильно держит, даже чуть больше. Включаешь нагрузку 2 вольта. Ой, 2 ампера. То есть вот предыдущая от Rem X у нас сразу переставала нормально, адекватно работать. Здесь, конечно, падает вольтаж, идет 3 вольта, но зарядка выдает 1,19. Нагрузка греется. Хоп, опять 99. Почти 1 ампер и 5 вольт стабильно. Так, и зарядка, которой чаще всего пользуюсь, это для от Kubot. От фирмы Kubot. Тоже 1 ампер. Вставляем. Также стабильный 5 вольт. Чуть больше. И 0,99 ампера. Даем 2 вольта. Опять падает до 3. И до 1,2 ампера. Ну вот. Греется, конечно, сильно. Вот сейчас уже вот включил. Невозможно уже руку держать. Так, что у нас еще есть? Есть еще вот такая вот. Старенькая, нашел у себя в закромах. Это фирменная от Alcatel. На 500 мА. Давайте попробуем ее воткнуть. Так, и что она нам покажет? Ну, 3,5 вольта она выдает, и то даже 3,5, нет, 3,25 и 630 миллиампер часов. 0,63 ампера, вот. 0,63 ампера и 3,25. Наверное, свои 500 миллиампер дает, просто на самой нагрузке нету. То есть здесь 1,2 ампера и меньше нету. Ну да, наверное, оно так и есть. Так, а знаете, что мне еще интересно?
Можно ли с помощью... Так, проверить. Кабель. Ну-ка. Так, сейчас кабель можно затестировать, попробовать. Вставляем. Так. И вот проверяем кабель. Если у нас без кабеля у нас было 0,99 ампера и по 5,1 вольта, то здесь, конечно, немножко упало. Но в целом кабель, похоже, что нормальный. Ну, кстати, вот да, можно еще и кабеля тестировать. Ну вот и все. Такой у нас сегодня был небольшой, но интересный такой товар. Нагрузка. Будет работать в паре с этим тестером. Думаю, штука очень полезная для блогера, так скажем, распаковщика. Думаю, должен каждый у себя такую иметь, кто покупает китайские товары. Вот. Если понравилось видео и было полезным, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если товар был интересен и хотите приобрести, то все ссылочки будут под видео. Также распаковочка вот этого тестера есть на канале. Всем спасибо, удачи, до новых видео, пока-пока.